Дорогие друзья, начинаем 27-й выпуск программы «Дом культуры». April 15, 1452 в деревне Анкиано, близ города Флоренции, родился Леонардо да Винчи. Художник, скульптор, поэт, писатель, музыкант, а кроме этого анатом, естествоиспытатель, изобретатель, кулинар. Яркий пример универсального человека эпохи Высокого Возрождения. Внимание к Леонардо да Винчи в мире никогда не снижается. О нем многие знают многое. Не пересказывая истории его жизни, я могу легко перечислить факты его биографии, хотя не уверен, какие из них соответствуют истине, а какие взяты из легенды. Ну, например, такой. Леонардо был вегетарианцем. Он говорил: «Мы живем, умерщвляя других. Мы – ходячие кладбища. Еще в раннем возрасте я отказался от мяса». А может быть, эти слова приписал ему писатель Мережковский, который посвятил ему роман «Воскресшие боги». Леонардо выкупал трупы у служителей морга и по ночам препарировал их, стремясь познать устройство человеческого организма. Это как раз доказано анатомическим атласом, который он создал. Будучи организатором городского праздника, Леонардо покрасил мальчика бронзовой краской, сделав из него амура. А когда мальчик внезапно скончался в ходе представления, Леонардо якобы воскликнул: «Хвала Иисусу! Мальчик умер, доказав, что тело дышит порами». Леонардо никогда не был женат и не имел любовниц. Ему приписывали гомосексуальность, однако эта страсть также не имеет подтверждений. При этом Леонардо не был религиозным фанатиком. Есть даже точка зрения, что он всю жизнь был девственником, не интересуясь этой стороной жизни, а предпочитая ей занятия искусством и наукой. Но мне такая точка зрения кажется очень умозрительной. Есть мнение, что в знаменитом портрете Моны Лизы Леонардо изобразил сам себя, то есть это его автопортрет в женском обличии. Сторонник этой версии сравнивает черты Джоконды с чертами автопортрета Леонардо в старости. Однако есть и другое мнение, что это не автопортрет Леонардо, а этюд головы апостола к картине «Тайная вечеря». И что Леонардо никогда не писал своих автопортретов и никогда никому не позировал. Существует также версия, что Леонардо во многих лицах на своих картинах, как мужских, так и женских, изображал себя. Но этой версии, как и другим точкам зрения, нет убедительного доказательства, поэтому все они остаются гипотезами. Леонардо впервые осознал, что воздух распространяет свет. Благодаря этому заполняется пространство между предметами, фигурами и создается ощущение уходящей вдаль перспективы. Это свойство воздуха получило название сфумато. Благодаря сфумато тени, которые мы создаем, обладают градациями цвета и мягкостью, как и абрисы всех предметов. Это свойство, открытое Леонардо, стало крупнейшим шагом в развитии искусства живописи. Леонардо оставил после себя 120 записных книжек, плотно исписанных мелким почерком. Это наследие сегодня издано и занимает примерно 7000 страниц. В нем содержатся трактаты по искусству, науке, технические изобретения, а также стихи, рассказы, басни и даже ноты собственного сочинения. Я лично подробно познакомился с жизнью Леонардо да Винчи благодаря интересному телевизионному сериалу, созданному итальянскими кинематографистами в 1971 году. Меня поразила оригинальная форма этого сериала, который потом заимствовали многие, в том числе и я. Оригинальность формы состояла в том, что события средневековой Италии сопровождал комментарий современного ведущего, современного историка искусства, который, подобно экскурсоводу музея живописи, вел посетителей от эпизода к эпизоду в описании жизни великого мастера. Каждая серия начиналась с титров, сопровождавшихся песней, сочиненной самим Леонардо, которая запомнилась миллионам зрителей. Вот она как раз звучит сейчас. Я забыл многие подробности этого телесериала полувековой давности, однако в памяти сохранился исторический эпизод соревнования между Леонардо и Микеланджело в создании огромной фрески, посвященной битве за свободу Флоренции. Леонардо писал ее на огромной стене восковыми красками и пытался затем высушить при помощи горящих факелов. И тут произошло нечто ужасное. Эта картина, поражающая своей экспрессией и композицией, вдруг начала сползать вниз, краски поплыли. На глазах потрясенного Леонардо погибал его шедевр. Вот как это выглядит в сериале. Спасибо.
arrivato. Ci voleva 10 di fotoni. Dalla metà in su, il calore non è stato sufficiente e il dipinto è irrimediabilmente perduto. Рекомендую посмотреть этот сериал. Он есть на YouTube. Я ценю его больше, чем популярный фильм «Код да Винчи», снятый по не менее популярному роману. Апреля 1886 года в Кронштадте родился Николай Гумилев, русский поэт Серебряного века, создатель поэтической школы акмеизма, прозаик, переводчик, литературный критик. Я уже говорил, что на высших режиссерских курсах нам читал лекции по истории Лев Гумилев, сын расстрелянного большевиками поэта и Анны Ахматовой. Лев Николаевич сам пострадал от сталинских репрессий. В 1938 году он был арестован и получил 5 лет лагерей. Провел их в Норильском лагере. Потом он воевал, участвовал во взятии Берлина, а в 1949-м был вновь арестован и получил 10 лет лагерей. Освобожден и реабилитирован только в 1956 году, после 20-го съезда партии. А его отец Николай Гумилев был реабилитирован лишь в 1992 году, в год смерти своего сына. Мы никогда не задавали Льву Николаевичу вопросов об его отце, которого он потерял в 6-летнем возрасте. Но общение с ним обязывало больше знать про его семью. И я набрал у своих знакомых московских сборников стихов Николая Гумилева и Анны Ахматовой и погрузился в мир их поэзии. Поэзия Гумилева, абсолютно лишенная всякой социальности и общественного пафоса, воспринимается мною как музыка, унося в прекрасный мир свободных фантазий, как знаменитое стихотворение «Жираф». «Сегодня я вижу, особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонкие, колени обняв. Послушай, далеко-далеко на озере Чат изысканный бродит жираф. Ему грациозная стройность и нега дана, и шкура его украшает волшебный узор, с которым равняться осмелится только луна, дробясь и качаясь на влаге широких озер. Вдали он подобен цветным парусам корабля, и бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, что много чудесного видит земля, когда на закате он прячется в мраморный грот. Я знаю веселые сказки таинственных стран про черную деву, про страсть молодого вождя. Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман, ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. И как я тебе расскажу про тропический сад, про стройные пальмы, про запах немыслимых трав? Ты плачешь? Послушай. Далеко на озере Чат изысканный бродит жираф. Знакомясь с биографией Николая Гумилева, я смог представить себе этого человека. Очень болезненный от природы, от чего постоянно прерывалось его обучение в школах, он проявлял способности лишь к литературе, с детства сочиняя стихи. Первые похвалы за стихи он удостоился от самого авторитетного в то время поэта и ценителя поэзии Валерия Брюсова. Это стало самым радостным событием его юности. В Николае Гумилеве не было ничего героического. И именно поэтому его влекли образы бесстрашных путешественников, покорявших неизведанные земли. Он сам стал путешественником, исследователем Африки, прошел ее вдоль и поперек, побывав в самых отдаленных уголках, рискуя жизнью, завоевывая дружбу вождей диких африканских племен. Из Африки он привез огромную коллекцию артефактов, которой пополнилось собрание Петербургской кунсткамеры. Но главное, Гумилев привез из Африки удивительные стихи, причем во множестве. Здравствуй, Красное море, акульи уха, негритянская ванна, песчаный котел. На утесах твоих вместо влажного мха известняк, как чудовищный кактус, расцвел. Блещет воздух, налитый прозрачным огнем, и лучи его сыпятся, словно цветы. Море, Красное море, ты царственно днем, но ночами вдвойне ослепительно ты. И ты помнишь,
как только одной из морей ты исполнила некогда Божий закон, разорвала могучие сплавы Забей, чтоб прошел Моисей и погиб фараон. С первых же дней войны с Германией Гумилев и поэт Бенедикт Лившиц вступили добровольцами в армию. Они были единственными из всего круга российских поэтов, которые пошли на фронт, в то время как остальные писали патриотические стихи и воззвания. Гумилев воевал в конной разведке. За боевые заслуги ему дали звание офицера. Он получил несколько медалей за отвагу. Он описал свою службу и войну в записках кавалериста. Из этих записок я узнал о несогласованности в действиях военных частей русской армии, о некомпетентности военного руководства, о бардаке, который царил в армии, и которому безуспешно сопротивлялись такие честные офицеры, как Гумилев и его товарищи. А вот как в поэтических строках отразились его впечатления о войне. «Как собака на цепи тяжелой тявкает за лесом пулемет, и жужжат шрапнели, словно пчелы, собирая ярко-красный мед». После Октябрьского переворота Гумилев пытался заниматься литературой, читал лекции в институтах, руководил студией «Звучащая раковина», где делился своими знаниями и опытом с молодыми поэтами. При этом он не скрывал своих религиозных и политических убеждений, открыто молился на храмы. На одном из поэтических вечеров ему был задан вопрос: «Каковы ваши политические убеждения?» И он честно ответил: «Я убежденный монархист». Такого правдолюбца не могли терпеть новые хозяева жизни. И 3 августа 1921 года Гумилев был арестован по обвинению в участии в заговоре, а через несколько дней расстрелян без суда и следствия. На самом деле заговора никакого не было. Он был сфабрикован сотрудниками ЧК. Но разве правда, справедливость имеет ли какое-нибудь значение, когда в дело вступают эти зловещие органы? ЧК, НКВД, КГБ, ФСБ. Сегодня в современной России творится такое же беззаконие. 15 лет лагерей грозят благороднейшему, честнейшему человеку, председателю отделения Карельского общества «Мемориал» Юрию Дмитриеву, только за то, что он расследовал преступления сталинского режима в Соловецком лагере. По грубо сфабрикованным делам арестовывают журналистов и общественных деятелей. Занимаясь Домом культуры, я вынужден прослеживать путь развития этой раковой опухоли, какой является бандитская власть в России. Я очень надеюсь, что стану свидетелем суда над этой властью, над ее главарями и слугами, и они получат по справедливости. Однако метастазы этой заразы никуда не уйдут, они всегда будут готовы к возрождению. И только историческая память, какую дает нам культура, способна защитить общество от нового сталинизма и нового путинизма. Ну, возвращаемся к Гумилеву. Он всю жизнь пытался доказать всем и прежде всего самому себе свой мачизм. Он множество раз мог погибнуть в Африке от болезней, от укусов ядовитых змей, от диких зверей. Его товарищи по экспедиции чудом спасли из пасти крокодила. Каждый день Гумилева могли убить на войне. Но он выжил и на войне, и в Африке. А убит был у себя на родине, в Петербурге, можно сказать, у себя дома. Как человек тонко чувствующий, Гумилев предчувствовал свою неизбежную гибель. Например, такие строки стихотворения «Волшебная скрипка». «Ты устанешь и замедлишь, и на миг прервется пение, и уж ты не сможешь крикнуть, шевельнуться и вздохнуть. Тотчас бешеные волки в кровожадном выступлении в горло вцепятся зубами, встанут лапами на грудь». Или такие строки стихотворения «Заблудившийся трамвай». Вывеска, кровью налитые буквы, гласят: «Зеленная. Знаю, тут вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают. В красной рубашке с лицом как вымя голову срезал палач и мне. Она лежала вместе с другими здесь, в ящике скользком, на самом дне. А в переулке забор дощатый, дом в три окна и серый газон. Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон». Я уверен, что среди зрителей моей программы есть немало поклонников творчества Николая Гумилева. А тем, кто не знаком с ним, я советую открыть томик поэта и погрузиться в прекрасный мир его стихов. Это доставляет удовольствие, поднимает дух, наполняет сердце благодарностью к этому талантливому человеку, который оставил для нас свои образы, фантазии, размышления, чтобы мы заново их пережили. Апреля 1844 года в Париже родился Анатоль Франс. Французский писатель, литературный критик, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1921 год, который получил с формулировкой: «За блестящие литературные достижения, отмеченные изысканностью стиля,
глубоко выстраданным гуманизмом и истинно гальским темпераментом. При этом надо сказать, что полученную сумму Анатоль Франс пожертвовал голодающим России в период гражданской войны. Анатоль Франс был любимым писателем моей мамы. Она была театроведом по профессии и читала в институте лекции по теории драмы. Когда в конце 50-х из печати вышло полное собрание сочинений Франса «Зеленый восьмитомник», мама тут же его приобрела и начала сразу же что-то перечитывать, а что-то читать впервые. Должен сказать, что мама была для меня непререкаемым авторитетом во всем. Я видел, что это чтение ей нравится. Она постоянно улыбалась, а иногда смеялась в голос. Я тоже захотел приобщиться к Анатолю Франсу. И взялся за освободившийся том. Читал все подряд. Рассказы, романы, что-то подробно, что-то по диагонали. А после каждого прочитанного произведения мы с мамой его обсуждали. Это было для меня самое интересное, потому что помогало понять то, до чего я еще тогда не дорос. То, что произведения Франса наполнены философским содержанием, я узнал только учась в институте. А тогда, будучи 12-13-летним подростком, я просто честно погружался в придуманные Франсом истории. А выдумщик он был невероятный. Читая его рассказы и романы, я улетал в мир античности. Таис, Клео, сад Эпикура. Или во времена французской революции «Боги жаждут». Или увлекался фантасмагорией восстания ангелов, которое стало предчувствием Первой мировой войны, как объясняла мне мама. В своем воображении я соединял произведения Франса с картинами Эрмитажа, многие из которых являлись для меня иллюстрациями к французским историям. А еще мне очень нравился веселый ироничный взгляд Франса на его героев и события. Его чисто французская интонация, его юмор роднили его с Вольтером и позволили французам считать Франса самым французским писателем среди современников. Более других мне запомнился небольшой по объему, но очень насыщенный событиями роман Анатоля Франса «Остров пингвинов». Те, кто знают и любят писателя-юмориста Аркадия Аверченко, который в начале 20 века выпускал знаменитый журнал «Сатирикон», наверняка читали «Всемирную историю», являющуюся шутливым историческим обозрением, вызывающим смех у читателя. Так вот, «Всемирная история» была написана через год после выхода в свет «Острова пингвинов» и явно в подражании ему. «Остров пингвинов» представляет собой псевдоисторические хроники, выдуманные автором страны Пингвинии. Ее история начинается в стародавние времена. Святой старец Маэль, занимавшийся миссионерской деятельностью, на своем суденышке бороздил моря и океаны, обращая в христианство дикие народы экзотических стран. И дьявол решил подшутить над Богом и перенес судно Маэля к берегам острова Алька, на котором обитала большая колония королевских пингвинов. Поскольку старец Маэль был почти слеп и глух, он принял рослых пингвинов за людей и всех их окрестил к большому удовольствию дьявола. Но Бог не мог допустить такого издевательства над собой и решил исправить ошибку слепого старца. Обратил всех пингвинов в людей. Дьявол был посрамлен. А далее начинается история пингвиний, которая в своем историческом развитии целиком и полностью повторяет историю Франции с узнаваемыми героями и событиями и саркастической оценкой их со стороны автора. Были у пингвинии свои первые короли и королевы, истории жизни которых пародирует жизнеописание французских королей. Была своя столетняя война между пингвинией и дельфинией. Была своя великая пингвинская революция и публичная казнь короля. Был свой Наполеон Бонапарт, которого в пингвинии звали генерал Тринко. Он завоевал полмира, прежде чем был низвергнут. Был даже свой процесс над Дрейфусом, который в пингвинии звался еврей-офицер Пиро. Его обвиняли в том, что он украл пингвинское сено для дельфинской кавалерии. А далее Анатоль Франс описывает страшную войну, которая потрясла человечество, втянув в себя все государства. И ведь это было написано и издано за 6 лет до начала Первой мировой войны. Однако гениальное предвидение писателя и мыслителя никак не охладило милитаристский пыл цивилизованных народов. Описав ужасы войны, которая в конце концов закончилась, Анатоль Франс переходит к послевоенным временам. Пингвиния оправилась от потерь, ее столица сильно разрослась, превратившись в гигантский мегаполис. Там живут и работают десятки миллионов людей. Им не хватает кислорода, естественной пищи, растет количество самоубийц и сумасшедших. Насилие и теракты становятся обычным явлением на улицах города. В конце концов, анархисты своими взрывами полностью разрушают столицу. Провинция также приходит в полное запустение. Столетия развития пингвинской цивилизации словно бы канули в вечность. Люди вновь
охотится на диких животных и носит их шкуры как одежду. Цивилизация вступает в новый круг своего развития. Вот такая история. Читать ее и смешно, и страшновато. Книга заставляет задуматься о человечестве, о его стремлениях и заблуждениях, о безумии и слепоте, об относительности понятия «прогресс», который идет рука об руку с деградацией, и, конечно, о себе самом и своем понимании мира. Анатоль Франс был убежденным социалистом, потому что вся мерзость, какую он видел в мире, исходила от жестоких бизнесменов и девелоперов, уничтожавших природу и себе подобных ради примитивных целей, обогащения и комфорта, которые дает власть и близость к власти. Так же происходит и сегодня. И капитализм, который нам навязывают как самую оптимальную систему взаимоотношений в обществе, таковой не является. Соревнования, в которых якобы побеждает сильнейший, на деле оказывается главенством самых подлых, наглых, жестоких и беспринципных представителей рода человеческого. С другой стороны, социализм, который навязали нам большевики, является тоже самой бесчеловечной системой, описанной Орвелом в «Скотском хуторе» и в 1984-м. Вспоминаются слова мудрого Герцена. «Революция должна сначала произойти в головах людей. А для этого необходимы знания, образованность, культура. А для этого необходимо общее образование, причем очень высокого качества. Но это отдельная тема». А сейчас, заканчивая разговор об Анатоле Франсе, я хочу привести несколько высказываний, в которых отражается оригинальный острый ум этого человека. Прежде всего о том, что, будучи социалистом, он не верил во всеобщее равенство. Люди никогда не будут равны. Это невозможно, хотя бы все в стране перевернули вверх дном. Всегда будут люди знаменитые и безвестные, жирные и тощие. Богатых приходится жалеть. Блага жизни их только окружают, но не затрагивают их глубоко. Внутри себя они бедны и наги. Неведение обеспечивает нам спокойствие, а ложь дарит счастье. Эпикур сказал, либо Бог хочет воспрепятствовать злу, но не может, либо Он может, но не хочет. Если Он хочет, но не может, Он бессилен. Если Он может, но не хочет, Он жесток. И такой Бог нам не нужен. Апреля 1834 года в деревне Паньково Тульской губернии родился Григорий Мясоедов, русский живописец, один из самых ярких представителей реализма в искусстве второй половины XIX века, основатель товарищества передвижных художественных выставок. Григорий Мясоедов принадлежал к древнему дворянскому роду Мясоедовых. Учась в Академии художеств в Петербурге, он в 1861 году получил малую золотую медаль за свою картину «Поздравление молодым». А в следующем году получил большую золотую медаль за полотно «Бегство Григория Отрепьева из Корчмы», являющееся иллюстрацией к сцене из пушкинского Бориса Годунова. Будучи отправлен за казенный счет за границу, Мясоедов работал в Париже, Флоренции, Риме и Испании. Среди других картин им в этот период были написаны «Похоронный праздник у цыган в Испании», и «Сумерки у моря». Во время пребывания за границей у Мясоедова зародилась мысль о необходимости приобщения русского народа к искусству живописи путем организации передвижных выставок, которые, подобно гастролирующим артистам, сами несли бы свое искусство населению провинции. Дело в том, что главным отличием Российской империи от Европы была необъятность ее территории и невероятная централизованность власти, при которой мировой прогресс проникал только в столичные города – Петербург и Москву, оставляя сотни губернских городов и сел в состоянии культурной отсталости. При этом царская власть нисколько не заботилась о равномерном развитии страны и народа, для которых была недоступна мировая культура и искусство. Поэтому этим озаботились сами представители искусства и науки, к которым относился Григорий Мясоедов. Вернувшись в Россию, он, будучи человеком деятельным, заразил своей идеей коллег-художников. Вместе они организовали артель – товарищество передвижных художественных выставок и начали свои регулярные поездки по городам России. Показывая свои картины на этих передвижных выставках, они совершали важную и эффективную работу.
возбуждая у одаренной молодежи интерес к творчеству и содействуя появлению новых талантов из разночинной провинциальной среды, которая вскоре подарила миру новых поэтов, писателей, художников, композиторов, подарила Горького и Шаляпина. Вот самые знаменитые картины Григория Мясоедова, которые он демонстрировал на этих передвижных выставках. А еще Григорий Мясоедов знаменит тем, что именно с него Илья Репин писал лицо Ивана Грозного для своей прославленной картины «Иван Грозный убивает своего сына». И вот как Мясоедов вспоминал об этом. «Илья взял Грозного с меня, потому что ни у кого не было такого зверского выражения лица». И надо сказать, что его лицо в полной мере соответствовало его параноидальной натуре, что усугублялось высокой толерантностью к алкоголю, ведь он мог выпить бочку. С первой женой Мясоедов не ужился. Потом, проживая в Харькове, сошелся с молодой художницей Ксенией Ивановой, которая в 1881 году родила ему сына. Но Мясоедов считал, что этот ребенок не от него. Сколько Ксения не клялась ему в верности, он ей не верил. Но и бросать ее не хотел с ребенком. Вместо этого оформил бумаги на усыновление ребенка, назвал его Иваном и относился к нему как к пасынку. А потом и вовсе отправил его в Москву к своему приятелю, художнику-пейзажисту Киселеву, для воспитания и обучения. Через пару лет, приехав в Москву, он пришел в гости к Киселеву. После обильного угощения решил увидеть своего пасынка. Мальчишку привели. Увидев Мясоедова, он подошел к нему и смачно высморкался в полу его шикарного сюртука. Что сделал Мясоедов? Прослезился и воскликнул: «Вот она, родная кровь!» Он немедленно увез сына домой, в пригород Полтавы. Однако минута просветления оказалась мимолетной. И отношения с сыном оставались сложными, а в конце жизни оба ненавидели друг друга. Вплоть до того, что когда Григорий лежал на смертном одре, его сын, который тоже стал художником, вместо того, чтобы облегчить страдания отца, принялся срисовывать его лицо, стремясь зафиксировать агонию умирающего. Трудный был человек Григорий Мясоедов, и сыну передал свой тяжелый нрав. Однако при всем при том, это был выдающийся художник-реалист, который умел углядеть в окружающей его действительности самое существенное – передать драматизм выбранных сюжетов, а также национальный дух русской жизни. Для меня, как для режиссера, мир его живописи представляет большую ценность, как школа художественной выразительности в изображении жизни людей во всем ее многообразии. Апреля 1889 года в Лондоне родился Чарльз Спенсер Чаплин. Американский английский киноактер, кинорежиссер, сценарист, композитор, продюсер, монтажер. Универсальный мастер кинематографа. Создатель одного из самых знаменитых образов мирового кино – бродяжки Чарли. Известный американский историк кино сказал о Чаплине очень умно и справедливо. Вряд ли какой-нибудь другой человек когда-либо сможет принести больше радости, удовольствия и облегчения в тот момент, когда в них так нуждается большинство людей. А Бернард Шоу считал Чаплина единственным гением, пришедшим из кинематографа, с чем, конечно, бы никогда не согласился Андрей Тарковский. Лично я воспринимаю Чаплина многослойно, если так можно выразиться. Первый слой. Чаплин – один из плеяды великих американских комиков немого кино.
которые сочетали в себе комедийный эксцентрический талант актера, режиссера и автора. К ним можно отнести Макса Линдера, Гарольда Ллойда и Бастера Китона. При этом надо признать, что Гарольд Ллойд превосходил Чаплина рискованностью своих трюков. А Бастер Китон – масштабностью постановочных эффектов. О каждом из них мы будем говорить подробнее, когда подойдут даты их рождения. Применительно к герою Чаплина, бродяге Чарли, можно сказать, что он принципиально отличается от героев его коллег тем, что принадлежит к самым низким слоям общества. Отсюда и другая область тем и сюжетов. Герои Гарольда Ллойда и Бестера Китона – это люди-маски, подобные персонажам комедии «Дель Арте» – Пьеро, Арлекино, Полишинелю. Гарольд Ллойд – чудаковатый очкарик, который невероятным образом выходит сухим и невредимым из самых опасных ситуаций. Бастер Китон – неказистый юноша с вечно грустным и даже мертвым лицом, в любых самых катастрофических обстоятельствах не теряет присутствие духа и проявляет чудеса находчивости, особенно в тех случаях, когда нужно завоевать сердце девушки, в которую он влюблен. Что касается Чаплина и его героя Чарли, то это очень живой человечек, органично вписывающийся в любое общество. Особенно это чувствуется, когда Чаплин играет с партнерами. Его партнеры – профессиональные комики, пришедшие в кино из цирка или с эстрады. В их игре есть некая комическая условность, комедийная, к которой привыкли зрители. А в игре Чаплина этого нет. Thank you.
он достоверен во всех своих реакциях. И это чувствуется до сих пор, хотя прошло 100 лет со дня съемки. Самым важным в творчестве Чаплина, я считаю, его прорыв в жанре, когда он соединил комедию с элементами сентиментального переживания, что было обычно областью мелодрамы. Зритель всегда знал, какой жанр он выбирает. Он шел в кино либо поплакать, либо посмеяться. И тут появляется очередная комедия Чаплина «Малыш», где герой Чарли в силу обстоятельств становится опекуном подброшенного ребенка. В фильме один забавный эпизод следует за другим, представляя зрителю уморительно смешную комедию. Но когда полиция города пытается разлучить Чарли с малышом, зритель начинает бурно сопереживать им, как болельщики на стадионе. А когда полиции все же удается это сделать, то переживания мальчика и Чарли заставляют зрительный зал достать носовые платки. И так было впервые на кинокомедии. Поняв, какого невероятного эффекта он достиг, Чаплин снимает новую комедию с элементами мелодрамы «Огни большого города». Это душещипательная история про слепую девушку, для которой Чарли становится поводырем, верным другом и преданным слугой.
А в финале фильма, когда девушка прозрела и впервые увидела жалкого, смешного, нелепого бродяжку Чарли, зрители испытывали впервые новое для них чувство в кинозале – смех сквозь слезы. Именно по этому пути, проложенному Чаплином, пошла высокая комедия, соединяя в себе грустное и смешное и отражая тем самым многообразие мира. К такому жанру можно отнести «Брак по-итальянски» Витторио де Сика, «Ночи Кабирии» Феллини, «Форест Гамп» Земекиса, творчество Георгия Данелия и Эльдара Рязанова. Я сам выбрал для себя именно этот путь, соединяя в своих фильмах смешные ситуации, взятые мной и моими соавторами из реальной жизни, с тем, что для меня совсем не смешно, а скорее драматично. Это заставляло зрителя не только развлекаться на этих картинах, но и находить повод для раздумий. В Чаплине мне близко не только его трагикомическое восприятие мира, но и социально-сатирическая направленность его творчества. Как социальный сатирик, Чаплин наиболее ярко проявился в комедии «Новые времена», где с безжалостным сарказмом высмеял патагонную систему капиталистического производства. Меня поражает в этом фильме изобретательность автора и режиссера. Section 5, give it a limit.
При появлении звукового кино Чаплин вступил с ним в неравную борьбу. Появление возможности вести кинорассказ при помощи слов, которые произносили актеры, лишило кинематограф необходимости искать выразительные пластические решения, пользоваться отточенной техникой пантомимы, какой владели все актеры немого кино. И Чаплин продолжал бороться со звуком, записывая на пленку лишь музыку, которую сочинял он сам. La spinage en la bouchon, cigarette portobello, si raki spacaletto, j'ai le tout là, qu'il est toi. Некоторое время Чаплин держался на плаву, но в конце концов здравый смысл заставил его принять новые правила игры. И в новом звуковом говорящем формате он создал 5 фильмов, самым знаменитым из которых является «Великий диктатор» – политическая сатира на Гитлера, снятая в 1940 году. В этой картине Чаплин сумел проявить свои уникальные способности к голосовой имитации, ведь очевидцы рассказывали, что он часами мог нести тарабарщину, имитируя любой язык. Со стороны это было очень похоже и очень смешно. Sehen, Ferien und na, Tatschuten. Tatschuten. Und das trifft das Sauerkraut mit Tatschuten. Und der Leberwurst mit Tatschuten. Ey, der 14. Kleider mit der Tschutten, ey, der 14. Erklärten, der Strängelchen mit der Hultensekter Fläten und der Blätzensekter Elten, Besick, Besack, der Tschutten, der Tschutten. His Excellency has just referred to the Jewish people. Na, strafft mit seinem Hüten, sagt der Flerten mit der Hüten, sagt der Flerten, und strafft mit seiner Trotz, eine Flöten, der Heertrust, einer, nach Europe, Blitzkrieg, Franz, Stratz mit Zikadelten, ein Feinholz, strafft mit seiner, und ein Franz, ein Feinholzheim, strafft mit seiner Finnland, und mein Holzheim, strafft mit seiner Russa, weil es krass, meine, ey, ey, der Flutzen, mit der Hels, der strafft, Hey, das stinkt einer Stunken, das Stunken mit der Europe, ein Stunken mit der Hölle, ein Sidol der Glotzers mit seiner Tomea. Согласно мемуарам маршала Мерецкого, во время Великой Отечественной войны фильм был предложен для проката в СССР. Но после закрытого просмотра для членов правительства Сталин дал низкую оценку художественным качествам фильма. В фильме «Огни рампы» впервые на экране встретились два великих артиста немого кино – Чаплин и Китон, которого он пригласил на роль старого клоуна. Их парный номер вызывает у меня не смех, а скорее горькую улыбку. В последнем фильме Чаплина «Графиня из Гонконга», который он снял в 1967 году в возрасте 78 лет, снялись самые знаменитые звезды тогдашнего кино – Софи Лорен и Марлон Брандо. В фильме есть все – роскошный океанский лайнер, привилегированное общество в шикарных костюмах, бесконечные балы и комедийные ситуации. Нет только одного.
чаплинского таланта, который скончался раньше его владельца. Так бывает часто со стареющими режиссерами, и исключения только подтверждают правила. Однако для меня это нисколько не поколебало ни величия Чаплина, ни его авторитета. Он был и остается величайшим мастером кино всех времен. Чаплин ушел из жизни в 1977 году, когда я только начинал свой путь в кино в качестве ассистента кинорежиссера. Однако, став режиссером-постановщиком, я начал получать от него поддержку. И вот в чем она выражалась. В 1987 году мой фильм-дебют «Праздник Нептуна» стал победителем международного фестиваля юмора в городе Габрово, который проводился раз в два года. И в качестве гран-при я получил бронзовую фигурку Чаплина. Вот она. Постой, Нептун! Ведь ты ж мужчина! Дорогу даме уступи! А через два года на следующем кинофестивале в Габрово мой следующий фильм «Фонтан» тоже стал победителем и получил в качестве гран-при следующую фигурку Чарли Чаплина. Она же сейчас рухнет. Не рухнет сейчас, то прямо постоит немного еще. Надо же что-то делать. Нет, мне ничего, нечем делать. Ни стропил, ни железа, ничего. Вы же знаете, Петр Николаевич. Осторожно, осторожно! Подожди, подожди. Стоит. Если снега не будет, конечно. А если будет? А еще через два года меня ждали в Габрово с моим новым фильмом «Бакенбарды». Пушкин, говорите?
1991 году, когда я собирался ехать на Габровский фестиваль со своим фильмом «Бакенбарды», в России состоялся августовский путч. Возникла ГКЧП. Власть была парализована, и ни о каком фестивале нельзя было даже думать. То есть в Габрово меня не дождались, и я не получил третьего Чаплина, что было очень даже возможно. Тогда бы я стал единственным в своем роде героем Габровского фестиваля. Печально. Однако великий Чаплин не оставил меня своим вниманием, а даже наоборот. В швейцарском городе Вивее, где он похоронен, в честь столетия со дня его рождения состоялся Всемирный фестиваль кинокомедии, на который мой фильм «Фонтан» получил гран-при – золотую трость Чаплина, которую мне вручила вдова великого мастера Уна Чаплин. Вот она как раз за моей спиной на стене. Это после «Золотого дюка» самый любимый приз моей коллекции. Я им горжусь, он вдохновляет меня на следующие подвиги. Исходя из всего этого, я могу с полным основанием считать себя учеником Чаплина, его своим учителем и покровителем. В заключение я хочу предложить фрагмент финального монолога Чаплина из картины «Великий диктатор», в котором он обращается прямо к зрителям того времени. Однако вот удивительно, этот монолог сегодня звучит абсолютно современно, особенно по отношению к жителям сегодняшней России. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! На этом мы заканчиваем 27-й выпуск программы и ждем вас в гости на 28-й.